Шаблыкина. Полицейскими и следователями по горячему следу раскрыто убийство. Племянник расправился с дядей во время пьяного застолья. Сам подозреваемый на контакт со следствием пока не идет. Картину преступления правоохранителям описал свидетель убийства. В одном из домов, расположенных в поселке Шаблыкино, с телесными повреждениями обнаружено тело 60-летнего местного жителя. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний, ранее судимый, знакомый погибшего. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что в дневное время подозреваемый распивал спиртное вместе с потерпевшим у него дома. Между ними возник конфликт на бытовой почве, и мужчина задушил потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.